Мы сегодня собрались потренироваться. Вот этот чат в банке вообще всю нашу тактику. Я? Да, бля, я могу показать. Он уже написал, кто будет в воротах. Вот, пожалуйста. Вот и все. Видишь, Гамит вратарь. Плетина. Друзья, давайте поаплодируем все друг другу, что мы сегодня здесь собрались. Друзья, у нас будет некий аналог, не знаю, Форт Боярда. Каждая команда перед заданием. Сколько ключей? Я понимаю, да. Перед заданием каждая команда будет выбирать, кого она ставит. При этом они не знают, какое задание будет впереди. Алло, это для учителя. А я учитель. Давайте, короче, остановим этот балаган и расскажем вам правила. Итак, команда вратарей выбирает, кто участвует от них, команда полевых выбирает им соперника. Но заранее никто из них не знает, кто против кого будет играть. Как и задание. Задание выпадает рандомом, как только выходят два участника. Они вообще не знают, что у меня в рандомайзе. Если полевые забивают, 5000 банк к ним. Если вратари тащат, 5000 банк к ним. И на каждом задании свое количество попыток. Побеждает та команда, которая соберет больше денег в банке. Погнали! Я готов! Ты первый. Давай, пацаны, не против? Давай. Отстреляюсь, и все, и дальше уже будете тащить. Говорить. Кто готов? Я второй. Хазар сказал первый. Я второй, я не говорил, так чуваки. Хазар первый у нас. Отлично. Они меня сюда вытолкнули. Да ну нахер, братан! Отлично. Давайте вот лонгшот наоборот. Давай, Федя! Давай, Федя, просто в створ! Делай! В створ надо попасть! Представь, что нам в руки бьешь! Сир, за резон! Позиция правильная! Давай, Федя! Лучше бы ты как нормальный вратарь сделал бы вот так. Браво! Знаете, за что я люблю вратарей? Они очень-очень искренне радуются деньгам. Давайте, парни, я буду. Нормально? Чтобы насрать. Че, давайте я пойду учу. Давай. Спасибо, пацаны. Я надеюсь, там есть лучше наоборот. Куда стаката? Давай, булочка. Вторую попытку на лонгшот наоборот. Все, делай, чтобы мы в нуле. Все в нуле. На секунду вас прерву и попрошу после ролика перейти по ссылке в закрепленном комментарии в описании в мой телеграм-канал Сапиряков. Там в закрепленном сообщении есть бонус до 15 000 рублей, если вы вводите промокод GNK при регистрации у наших друзей Фон. Это наш классный партнер уже 3 года, который поддерживает все наши каналы, все проекты и даже вот такие вот топовые зарубы, которые, блин, обходятся, друзья, в копеечку. Сказать нам спасибо можно просто зарегистрировавшись. Напоминаю, ссылка в описании и в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал Спиряков. Ищи там закрепленное сообщение. Давайте я пойду, они забыли, может быть, что я уже был. Давай, ты решишь, что родина. Давайте Витю отправим. Давайте. Я, кстати, видел Витю отправляю. Давай, я за. О, это же мой первый ролик полевой против вратаря. Пойдешь в Бауманке сейчас гимн вратарей петь? Спасибо. Вратари всю жизнь очень крутые. Куда встрет? Рассказать? Давай. Мяч! Ролечка, ты знаешь, до конца просто. Короче, братан, я тебе кидаю. Выход один на один. Смотришь вверх, мяч летит высоко. Даешь ему удариться, и только в последний момент бежишь к нему. То есть знаешь, чтобы тебе не оббежать мяч и не бить типа из-под себя. Вот это главное. Хорошо. Я думаю, он мимо сейчас даст просто спокойно. Я на сигарете иду. Ох, как мы начинали с Роди на канале Спирякова. Раньше такие противостояния были. Все, его трясет. Витя, Влада! Это очень сильно. Шестой по мячу, нахуй! Две попытки еще. А что, пускай не забьет. Не, хорошо попал. Я честно, я ставил, что он один выше даст. Контрится, брат. Такой не контрится. Конкретно мы здесь за победой. Сколько у нас уже денег? 1000 есть у нас? 5.
Пускай Роди идет, пускай Роди. Роди не был еще. Че, Владосик, давай. Говори с плечами. Мы готовы. Давай. Я остался с подачи. Иди, я следующий. Все, будет. Лонгшот слабой ногой. Ну я не знаю, он левый не умеет бить. Я думаю, в ручке сейчас спокойненько. Раз. Оп! И новые перчаточки. Я вообще не понимаю, куда он бьет, куда он будет бить левой ногой. Влад! Если, например, сейчас будет 20 тысяч. На самом деле я в Эрике уверен. Я убежден, что вот Эрику любое задание, типа здесь дай, там чеканить головой, чеканить жопой, лонгшот слабой ногой, он все равно типа его оформит. Но там, походу, вратарь, кстати, в ворота на этот раз. Эх, ну ладно, сейчас кто стоит? Блин, хороший вратарь стоит, если честно. У Фидос. Фидос, не хочешь стать? Вторая попытка еще. Лысый, ёпты! Пожалуйста, закрой рот свой, чувак. Как он поймал? Убери скинхеда этого нахер. Чувак, я сейчас уколов позову конкретно. Мы решили, идет момент. Знаете почему? Просто так, вот такое решение. Опять очень сильно. Но я пацифист, не могу. Я уверен, я поэтому попросился. Я тебе отвечаю по этому. Отвечаю. Я уверен. Пенальти! Стал Роди на пенальти, это все, это прочитано. Влево от меня забили сюда. Ну это все, тогда туда же прыгай. Влево от меня прыгай. Либо в другой прыгай. И вы есть, короче, какая-то тактика, по которой он очень хорошо определяет, типа, у него есть тактика, он просто... Ну вот, надеюсь, нам это не угодно. Тактик, готов поспорить на косарь? Типа, что Маминыч угадает сейчас, когда будет бить Тони. Да. Давай, на косарь. Давай, разбей. Камерой разбей. Скио! Тебе нужно мяч в один, вратаря в другой! Саня, давай! Саня, тебе один из трех отбить, Сань! Да, ему один сейв. Он бить не умеет, давай! Вообще, друзья! Все получается? Давайте, все болельщики вратарей, по пятерочке вам! Мы с ним на косарь посмотрим, говорит, Маминыч угадает направление. Но я не ожидал, что... Еще два удара. Нельзя, братан. Братан, нельзя. Понимаешь, есть золотое правило, которому меня научил Евгений Харин, футболист футбольного клуба «Ахмат» и сборной России. Говорит, нельзя, когда ты бьешь пенальти, отворачиваться от мяча. Катрич допустил такую же ошибку в матче с текстильщиком, блядь. Пересмотрите, чем это закончилось. Булит кто у нас хорошо на булит? Давайте сходи сейчас. Сейчас Макс. Давай его поставим. Була идет. Да, я буду здесь. Я понимаю, что сейчас он так все качает. Да, он лошот иди. Давай, ну не факт. Было. Давайте, подходите те, кто должен участвовать. Как и в Казахстане, этого в общем, честно. Я уже много забил. Пенальти пяткой? Он насладится своим нахождением здесь. Брат, тут другая уже, другая история. Дашь подачи? Ну что, на самом деле, из всех заданий, которые оставались, возможно, это не мое самое нелюбимое. Вот, но будем до талого ждать хорошей подачи от Вовы и исполнять. Обожаю эту команду. А ты оставляешь команду? Кого ворота поставили? Ну они бьют с вратарской, что это за хуй? Хороший удар, парень. Ну, как показывает практика, я вот удивлен, что забил вратарь. Я столько заруинил с такого расстояния. Я тебе говорю, что ты когда... Мы 6 лет снимаем до врата. Волнуешься всегда. Да, это мне, ну типа это очень близко. А все, обсуждайте. Кто же? Мы уже выбрали. Сейчас Родя выбрали? Мы выбрали уже. Да. А кто сейчас? Не знаю. Мне очень интересно, кого сейчас выбрали полевые. У них довольно сильные верхи уже прошли. Этот не бей. Тот булит. Дуб. Слышь? Да. Дуб. Кабас! Ну давай, друг. Можешь больше не говорить.
статуса лишен. Пожмите друг другу руки. Выход один на один, собственно. Пацаны, вам надо выбрать того, кто будет сейчас бежать момент, с сопротивлением. Я Франц Бекенбауэр. Все задние порву икры. Как обослышно, подожди. Ты за мной побежишь. Саня, давай, беги. Не будет, он нам не нужен. Статусу не проходит. Он нам не нужен, Вася. Он никому не нужен. Стой, друг. Для попытки, для попытки. Ой, ебать. Так нельзя, нет. Хорош! Написано! Он сказал, нельзя! Нельзя! Отмена! Обеда! Отмена! Обеда! Отмена! Специально остановился! Они его поиграли! Если бы он остановился, я бы согласился! Слышь? Там педики царапаются, ёпт! Отвернусь на... Я тебе... Ты сказал? Врет! Что ты скажешь на это? Он доигрывал, как хуй. Он доигрывал, а ты сказал, что нельзя, ты на него повлиял. Да, да, да. За ним даже защитник не бежал. Можно? Мы проебали, нет? Нет, ему еще. Мы не проебали. Давай, еще одна. Они не знают. Вам еще один. Нет, я свистну о том, что можно начинать, а дальше по касанию. Все понятно. Ты свистнешь, а он стоит. Да, он может стоять дальше, но по касанию его Саня стартует. Просто чтобы не было внезапного старта какой-то гея в первой попытке. Ты придурок? Ты не слышал? Просто что? Листок, все может стоять. А потом вот пишет, что вратари тупые, но не все. Я выиграл. По мячу. Ай, браво, блядь. Да нет, ну ты что? Пошел. Нет, все честно, пацаны. Все честно. А что не честно? Я не вернулся на позицию. Так он тебе не может дать, он тебя может качать в кухню. Почему я тогда стартануть раньше не могу? За ним шли, я еще раз подарю. Все же вратари тупые. Не понимаю, да, бить мяч. Он сразу взял, побежал, всех перехитрил. Мы их сейчас обоссым. Давайте. Да и проблемы с мочеиспусканием нас не касаются, чувак. Мы на спорте все. Эй! А который час? 22:02. Нет, время в вратаре. Пришло время их разбивать. Давай. Потом посмотрим, кто будет флексить. Давай. Давай. Вот она. Пришло время их разбивать. Лонгфон? Делаю 4-4, если в конце интересно. Спокойно. О, Гамид будет все решать. Все будет решать Гамид. О, надо, плохо. Сука, да ты за... Слышь! Что? Ты можешь мне... Все. Трахайте его, пожалуйста, трахайте. Какого окуня поймали? Смотри, мужики, да! Он сегодня слезет. Окуня поймали! Вадик, стой, дай это скакалка. Скакалка! Стой! Еще бой, блядь! Он не знает, куда бить. Смотри, он сильно не умеет. Стой! Под руку, это за***ло полное. Не, за под руку. Иди нахуй! Разговаривайте! Я выиграл, Кадин! Ты челленджа нечестно взяли, оговорились. Хватит балагала устраивать, ребята! Подожди, как сказал Дуб? Если бы правила сказали, мы бы не говорили! Как его сейчас говорит? Он без мишек не умеет, муха, давай. Жень, тут тот. А что стало? А какой час? Время! Нет, время остановилось на том, что время вратарей. После этого времени... Как хочется харкнуть тебе в лицо. Ну давай не будем. Совершенно очевидно, что у нас осталось одно задание. Генератор здесь не нужен. Длинная передача. Оттуда.
прием и удар. Я тебе микрофутбол. Четыре, четыре. Напряженная. Вот видишь, я вспотел. Напряженная, я вспотел уже. Нет, сейчас решаешь, но я думаю спокойненько. Это человек, все, что связано с ударами, это его. Человек удар. Поэтому вообще без шансов. Легкий, при всем уважении, но ноль шансов. Слушайте, ну все решает последнее задание, как будто мы так... Давай, давай, Леха! Ой, ой, удобно! Передача! Да! Это просто! Давай, Леха! Как же Вы пробили! Эй, идите! Нет, подожди! Ловите, ловите, Сейчас он реально сказал, пробный, если забивал, мы не считали. Он забил! Какие КГСы! Это просто желтая карточка за неспортивное поведение каждому из них. Если бы это был бы гол, такие правила. Тут бы, блядь, мы бы отменили, мы бы сказали, не считаем. Это полный пиздец. Если нелегко забить. Ты врешь, Оля, я по твоим лицу вижу, что ты врешь. А Оля врет и не краснеет. Продавцы, не хочешь ко мне? Нет, случайно. А потому что мне не нужны пи***лы. Ладно. Это пробно, да? Не понял. Давайте, вторая попытка. Вторая попытка. Да как вторая? Да первая была, да? Да. Все, Сансатик. Начинается. Всегда надо с лету принять. Смотрите, как я ж руки взял! Он ударил! Победа! Не-не-не, победа, брат! Пойдем к нам! Эту победу мы посвящаем, наверное, ему. И мне кажется, это правда, это будет справедливо. Ему посвящаем. Чего? Что он несет? Мы собираем 15 тысяч лайков и реванш, только вы свое бабло, а не свое. Не-не-не. У нас нет бабла. Это у них есть бабло. Это я, Артемий Форс-Резор, я зарабатываю 2 миллиона рублей в месяц, у нас нет бабла. Это слон зарабатывает столько, блин. У него 100 съемок в месяц. 15 тысяч лайков и реванш, вы ставите, они ставят, а я это удваиваю. Вы заебать какую бабу. Давай, у нас все равно договорились? Это лудомания, я тогда пройду. Это я уже все пропишу. Друзья, перчатки на gnkstore.ru и сайте spire.team, там еще дофига одежды. Подписывайтесь. Всем пока.